Всем привет! Сегодня мы идем купаться. Но купаться мы идем не на центральный пляж, как обычно. Мы идем с Владиславом, а на туда, где речка с морем. Он давно там не был, а я недавно там был. И мне там понравилось, поэтому отправляемся туда. И пока вот идем, немножечко поснимаем вам из моря Прометей. Но основной цели показать им эти пляжи сейчас нет. Вы так прекрасно знаете, что здесь народу вот дофигища. Что, пойдем по морю, просто пляжем. Людей, как видите, дофига. Я же только что сказал. А мы идем купаться. Вот наравне с дельфином пляж в море заполняется сейчас очень даже хорошо. А я одел свои тапки, модные такие, специальные для гуляния по воде. Так, хорошо. Кстати, заметил, что водичка у берега здесь помутнее немножечко. Но это никого не пугает. Владислав вообще разулся, и мы потопали к реке. Смотрите, сколько народа. Счастливых и довольных людей. И мы сейчас будем к ним присоединяться. А то есть одно, но я-то, блин, с камерой-то далеко не уплыву. В принципе, уже недалеко осталось, да, кстати. Ладно, потом расскажу, зачем я еще хочу зайти. Мне там кто-то передал подарочек. Я пойду его забирать попозже. Это катамараны. Типа велосипед. И мы покидаем пляж в Зморье вот так вот быстро, молниеносно. Оказались на пляже Багратиона. Чуть было не сказал, такой мальчик тут моет пульт от кондиционера. Какой-то хозяин в своем доме, не дай бог, что это. А это гости моего дома. Не досчитается одного кондиционера. Точнее, пульта от кондиционера. Гуляют обезьянки, чи-чи-чи, попугайчики. Бедные, несчастные. Малыши. И где-то здесь как-то летал один лебедь с Лазовского моря. Ой, с Лазовского моря. С Ужеродильного. Я не сильно бегу, а то у меня шаг такой постоянно очень быстрый. Не умею ходить медленно, есть такая у меня такая проблемка. Уже и пляж Багратион-то прошли быстро. И вот мы наконец практически дошли до речки. Как раз пришли в то место, где речка сходится с морем. И пойдем искать себе чистое местечко. Где-нибудь такой вот заводь зеленый. Ну, будем купаться. Иначе для чего же мы сюда шли? Тут он с пивом купается, тоже неплохо. Тут обес, ну тут, конечно, водичка зеленая. Лучше пойдем там, где проточная. С очком. С очком ловит рыбу. Пошел на рыбалку, правильно. А так мое любимое место. Там, где речка встречается с морем. А с недавних времен у меня появилось еще одно любимое место. Это вот там он, пляж Чайки, где классные закаты можно посмотреть.
Хотя, думаю, отсюда закат тоже будет прикольный, но все-таки, если вы хотите, чтобы отражалась река, было бы здорово там. Обратите внимание, сколько чаек там сидит на камнях. Я не знаю, видно вам или нет, но мне видно четко. Осталось 20-30 метров, и мы на месте. Честно говоря, я уже потерял то место, где река в прямом смысле этого слова встречается с морем. Что складывается такое впечатление, что река вообще с ним не встречается. Такое впечатление, что она пересохла. Нет, конечно, под камнями там есть какой-то ручеек определенный, но это уже не то, что было раньше. О, шарик. Он живет здесь. В последнее время. Но мы с Владиславом принимаем решение, куда, с чего начнем. С моря, с речки. Речка. С речки. Мы решили начать с речки. Поэтому скидываем манатки и направляемся в речку. Я не знаю, стой, подожди, Владик, не спеши. Смотрите, какая рыба там, конкретная такая рыбка. Не маленькая, сантиметров по 15, наверное. Тут ее косяк. Я не знаю, видно вам или нет. Тут реально косяк рыбий. А внизу там целая такая конкретная форелька. Или не знаю, форелька это не форелька, я не знаю. Не буду врать. Но есть такие сантиметров чуть ли не до 20. Поэтому, товарищи рыбаки, имейте в виду. Ладно, все. Все, пошли. Рыбу мы не поймаем. Ух ты, вот тут вот большие прям пошли. Конечно, пошло искажение. Из-за того, что мы зашли в воду. Сейчас мы спугнем всю рыбу. Ну, я вам скажу, килечка тут такая нехилая. Килечка я называю всю рыбу. Имейте в виду. Итак, речка Псизуапса. Я не понял, там что-то, то ли павлин, то ли что-то, то ли... Кто-то плавает или не плавает, или мне кажется. Или там какой-то источник бьется. Или барахтается какое-то непонятное существо в воде. Дождемся, может быть, она всплывет. Может, это чайка, рыбу. Теперь я понял, что тут чайка так дофига, товарищи. Наверняка они ловят рыбу. Вот так прям перед тобой. Ныряет Владик. Рыбы дофига. А мне таки интересно, что здесь творится дальше. Чем глубже я захожу, тем больше там всякой зелени на дне. Ну, как бы сказать, не очень приятно. Какая-то тина. Речка превращается в болото. Поэтому я мало стягарчил, не хочу туда идти. А вот у берега и рыбка есть. И яблоко можно найти покушать. Ладно, не будем. Покажем вам всю красоту. А также эффект моря. Несомненно, эффект моря. Вон кто-то так уже кормит чаек. Водичка так свеженькая, такая хорошая. Особенно, когда вот ты сухой, нагревшийся на солнышке, в нее присел. Это что-то. Ну, все нормализовалось, так стало полегчало, я вам скажу. И я готов снимать дальше. Ну что, тут будем или в море пойдем? И мы пошли на море. Все, встретимся на море. Так, друзья, мы направляемся с вами
море. Вы не знаете, я скажу вам, что море гораздо теплее. Думаете, там ребята так далеко плавают, да фиг там. Стоят, просто стоят. Намыло камней. И можно зайти поглубже. А вон девушка, видите, стоит. Я не знаю, видно вам или нет, метров, наверное, 50 от меня. Просто стоит по коленке водички там. Идешь, идешь вот так вот. Далеко-далеко. А тут все нормально, так мелко. И классно. И вода, вы знаете, мне кажется, все-таки в море теплее. Я не знаю, может, я ошибаюсь, конечно. Но у меня складывается впечатление, что теплее гораздо. Рыбацкий поселок там где-то. Я еще вернусь сюда как-нибудь. Горы, устья, а вот река уже не впадает в море, скажу так, куда-то. Просто нет, это даже входа нет, все. Она, ну, точнее, она впадает, но под камнями, ее не видно отсюда вообще. Все под камешками. Так вот, перекрыли ее, но сама еще она немножечко подсохла, поэтому такая вот фигня происходит. У моря Сан-Марино, парашютный катер, такое впечатление, что они там чуть ли не аварию сейчас устроят, но это... Визуальный обман, на самом деле они просто в створе у меня находятся в одном. Здесь, как всегда, поменьше народу. И можно поплавать. Ох ты, блин, шарик подошел к женщине и выпрыгнулся. Бедная тетя. Вытирается теперь. Ну что делать? Судьба такая, видимо. Ух ты, еще барышни стоят. Хоть иди снимай, это барышни такие. Раз прекрасные стоят. Посреди моря. Вот, обратите внимание, он становится и падает. Ну, я не знаю, далековато от меня, конечно. Ну, здесь вот я просто иду пешком и все. Просто по одной. Вот. Это и ушла в воду. Ее там снимают, фотографируют. Тут все фотографируются, и меня сейчас, и я кого-то. Так можно по морю, в принципе, дойти до пляжа Калипсо. Одно только до причала, он тут, в принципе, по большому счету недалеко. Метров 400 на 500, может быть, по прямой. Вот так вот нашла себе точку опоры, как говорится, и ныряет. По воде ходит. Ладненько. Со своими съемками я окончательно потерял Владислава, он там где-то остался на берегу плавать. Ну, я пойду обратно. Имейте в виду, вот знаете, прикольно вот так вот пешочком ходить по камешкам на глубине. Очень даже интересно. Я думаю, вам понравится. Как-нибудь посетите этот пляж тоже, вот это вот местечко. Просто даже постоять, можно даже не плавать. Хотя плавать полезнее, товарищи. Но мне не получается плавать почему-то, потому что я все время с камерой. В последнее время вот Владислав один там грустит. Я отсюда вот прям вижу уже Салоники, пляж Салоники, Волконку. Блин, я уже, смотрите, как далеко от моря. Если я встану, практически море будет не по колено. Сейчас зайду поглубже. Ох, тут какие-то рыбы такие большие. Нифига себе, какие рыбы. Я не знаю, видите вы или нет.
проплыли такие. Может быть, это барабульки, может, ставрюки, но такие не мелкие, я вам скажу. Косячок. Некоторые даже сантиметров по 20. Блин, идешь, идешь, это тебе все по колено практически. Таким макаром я дойду, пожалуй, до Солоников точно. Но не сегодня, как-нибудь в другой раз. Пойду поглубже. Вы просили мне показывать вам из глубины. Вот, пожалуйста, смотрите. Заплыл метров на 100. Ага. От берега. И вот этот плаваю один внешний. Камеру держу двумя руками. Без ласт. Вот такой вот я плавун. Ладно, пойдемте к Владиславу. Ситуацию на море вам прояснил, рассказал, речку показал. Что еще надо для полного счастья? Только приехать и окунуться сюда самостоятельно. Можете даже на парашют, он зазывает на парашют активно. А я практически иду по волнам. Ну что, друзья мои, все, на этом, наверное, закончим этот ролик и, возможно, сниму еще потом другой. Это будет другая история и другая серия. Всем пока, мы пошли купаться. А может, на берегу посижу. Итак, друзья, мы накупались и в реке, и в море. И теперь отправляемся во свояси, от селя. Короче, домой. Но предварительно я планирую зайти кое-куда. Не знаю, зайдем, не зайдем, посмотрим сейчас по ситуации. После обеда народ активно приходит на море, занимает пустые места свободные. А мест, я вам скажу, пока достаточно. Более даже чем достаточно. Так как все в основном насели там, на пляжах в море. Вкусно, очень вкусно. Очень копченая рыбка, которую парень сейчас только что пронес. Молодой рыбак ловит. И я уверен, что он что-нибудь поймает. Я сегодня столько рыбы видел, как в море, так и в реке. Знаете, очень много даже. Хороший такой большой. Достаточно большой, так сантиметров по 20, как минимум, точно есть рыбки. Всякие тут. Да. Тут уже появляются зонтики, чем ближе к этому, кстати, к Багратиону, тем больше зонтиков. Ну, народу, соответственно, тоже больше. Ну, а что творится там, вот на горизонте, вы сами видите, я не знаю. А может, и не видите, то есть, конечно, оно там просто все кишит, можно так сказать. Так, как пойдем? Как мы с тобой пойдем домой? А? Я хотел там зайти, еще мне надо магнитики забрать. Ну, там. Сейчас зайдем еще за магнитиками. И потом, и так мы по пляжу ты уже обулся. По пляжу Багратион немножечко пойдем. А там свернем на взморье и пойдем. А пойди поднимать. Пойдем забирать подарки, короче. А может, все и кофе попьем. Смотрите, сколько народа. Пытатки чтобы не носить, да? У меня это специальное. Ну вот это уже настоящее лето, настоящий август. Хотя еще далеко не совсем 100%. Смотрите, и фламинго тут розовые.
дитя заката. А кого-то тут нету, время до зверей. Вот тут лежат барышни красивые такие. Раз прекрасная. Кто-то в маске сейчас будет ловить, обойдется. Ну а мы пойдем за магнитиками. Вот листали. Синий кит местный. На центральном пляже свой синий кит. Тут вот свой. Я прям по воде хожу. Чего раньше-то не допетрил? Так, сейчас буду искать, а вот он мостик, и по мостику мы прям пойдем с вами забирать свои подарки. Мои подарки. После того, как у меня сгорел холодильник, пришлось покупать другой. Несколько для магнитов хватит. Поэтому пойду вешать сейчас. А вот обезьяна чи-чи-чи, порвалась и кричит. Так, иностранная музыка, поэтому... А, все, к счастью, она выключилась окончательно. Так, я потерял Владислава. А вот он идет. Все, пардон, музыка.